Редкий зритель ассоциирует орган со звуками веселых танцев и вечного лета. Однако, по мнению Александра Майнкопара, именно этот инструмент способен в полной мере передать характер солнечной Италии. Вообще вся органная музыка доступна и понятна при одном условии, что надо к ней подступить, чтобы она была доступна, и сосредоточиться, чтобы ее понять. То есть с каким-то открытым сердцем и душой к ней прийти. Тогда все будет хорошо. На сцене кирхи вместе со знаменитым органистом выступила концертмейстер Поморской филармонии Ирина Хайретдинова. Бывают встречи в жизни, которые запоминаются на всю жизнь. И человек должен быть счастлив за эти встречи. Вот для меня эта встреча с Александром Евгеньевичем, встреча с ним – это толчок к новой музыке, с которой я еще никогда не сталкивалась. Это итальянцы, французы, те, которых я не играла. Это клавесинная музыка. В этом году Поморская филармония представит цикл концертов Александра Майнкопара, состоящий из 4 выступлений. Следующий визит маэстро в Архангельск состоится 18 января.